Береги себя. Впереди у тебя такие возможности, о которых ты и подумать не можешь. Тебя ждет большое счастье. Ты обязательно достигнешь всего, о чем мечтаешь. Твои шрамы затянутся, улыбка станет ярче, рядом появятся хорошие люди, и на личном фронте все наладится. Не разрушай себя. Не нужно унывать и опускать руки. Старайся, иди к своей цели маленькими шажочками. Просто наплюй на мнение окружающих и прислушайся к своему собственному. Ты хочешь, а значит, ты можешь. Никто не в силах тебе помешать. Не калечься, а развивайся. Совершенствуйся и становись лучше. Время расставит все по местам и покажет истинную сущность каждого человека. Возобновляйся. Не стой на месте, двигайся только вперед. Никогда не смотри назад. Не разжигай огонь и не бросайся в воду, если вдруг почувствовал, что не сможешь. Есть правило 3N. Нет ничего невозможного. Не знаю, действует ли оно и поможет ли в реальной жизни. Но попробуй поверить в этот принцип. Многие начинали с нуля, и посмотри, где они теперь. А что мешает тебе? Вдохни поглубже и оглянись. Тебя ожидает новый день, а вместе с ним и новые возможности. Все обязательно получится, пусть и не с первой попытки.